Глава государства вручил награды спасателям и пожарным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, которые своевременно прибыли на место взрыва жилого дома в столичном секторе Рыжкановка и провели оперативные действия по спасению жильцов и ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, которое повлекло человеческие жертвы. Так, за безупречное выполнение служебного долга, за отвагу, мужество и чувство самопожертвования Игорь Дадон вручил орден «Верность Родине» первого класса Василию Будаяну, который прибыл на церемонию вручения госнаграды прямо из больницы, где он проходит лечение после травм, полученных в ходе спасательной операции. Кроме того, орден «Верность Родине» второго класса был вручен полковнику внутренней службы Геннадию Барбу. Еще 6 человек были удостоены медалей за отвагу. Глава государства поблагодарил всех их за смелость и чувство самопожертвования, которое они проявили, с честью выполнив свой долг в этой непростой операции. Напомним, в результате взрыва, который произошел в начале октября в столичном секторе Рыжкановка, погибли 5 человек. Взрывной волной уничтожены 3 этажа, работы по восстановлению дома продолжаются.